Всем привет, меня зовут Алена, вы на канале Козявард. Сегодня я буду рисовать кота углем, но это можно сделать также карандашом, но так как у меня карандаш бликует, теперь, наверное, я буду рисовать всегда углем. Техника от карандаша совсем не отличается, то есть вы можете рисовать карандашом и ничего не должно поменяться. В процессе прорисовки я использую угольный карандаш, клячку, резинку и тушевку, чтобы растушевать весь рисунок. Приготовьтесь к просмотру. Возьмите себе там чай, попкорн, что вы обычно берете, когда смотрите мои ролики. Или просто он фоном как-то идет, смотрите. Ну, в общем, приятного просмотра.
Всем спасибо за просмотр, спасибо, что посмотрели до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Наверное, у меня на канале одни котики да львы, но это пока временно, поэтому не переключайтесь. Если вам не интересно, то можете отписываться без проблем. Всем спасибо, всем пока-пока.